Так, 14-15, набережная реки Карповки. Дом 16-18. Полчаса назад оставил машину. Не было никаких ограждений, ничего. Здесь все было запарковано машинами. Сейчас пришел, скидывает снег с крыши. Меня тут подзакидали. Но вроде машина целая. Прямо при мне только что упал кусок. На вот этот Peugeot. И все, и разбито стекло теперь. Типа висит объявление якобы где-то вон там вот далеко. Вон там и там. То есть никого он скидывает прямо на машину. И на проезжие тоже. Вот так вот у нас работает коммунальная служба. Это узбеки стоят тут.